Армения без Никола. Скандируя этот лозунг, митингующие вновь вышли на улицы Еревана. Сегодня оппозиционеры, требующие отставки премьера Никола Пашиняна, проводят акции протеста у ряда вузов столицы. Некоторые из них проникли в здание Ереванского государственного университета. Демонстранты заходили в аудиторию, призывая студентов присоединиться к ним. Затем акция продолжилась у экономического университета. Ее участники попытались пробраться на территорию вуза через главные ворота, однако полиция преградила им путь. Протесты в Ереване вспыхнули после подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Беспорядки в армянской столице возобновились после того, как Пашинян отклонил призыв оппозиции уйти в отставку до 8 декабря 2020 года.